2014 жылдың 7 ақпанында Сочи қаласында басталатын 22-ші қысқы олимпиада ойындарының ашылуына 63 күн қалды. Өздеріңізге белгілі, 4 жылда бір рет өтетін олимпиада ойындары әлемдік спорттың ең биік шыңы. Олимпиаданың медальдарына ие болу әр спортшының басты арманы, мемлекеттің саяси және экономикалық жағынан қарқынды дамуының белгісі. Ұлттық құрама командалардың алдағы олимпиада ойындарына сапалы дайындығын қамтамасыз ету агенттік жұмысының басты бағыттарының бірі болып табылады. Сегодня для агентства нет более важного вопроса, чем организация качественного проведения завершающей фазы подготовки национальных сборных команд, обеспечение выступления в лицензионных стартах и подведение наилучшего функционального состояния физической формы спортсменов к Олимпийским играм Сочи. На зимних Олимпийских играх планируется участие более 5000 спортсменов и официальных лиц из более 80 стран мира. Будет разыграно 98 комплектов медалей по 15 видам спорта. В рамках подготовки к данным играм сразу после Ванкуверской олимпиады 2010 года были разработаны и утверждены программы по развитию зимних видов спорта и подготовке Олимпийского резерва. Промежуточным этапом комплексных стартов, определяющим уровень национальных сборных команд по зимним видам спорта, явились спортивные показатели 7-х зимних азиатских игр 2011 года. В целях координации качества подготовки и участия спортсменов страны в зимних Олимпийских играх в городе Сочи 2014 года создан республиканский оперативный штаб. На уровне агентства с участием Национального олимпийского комитета Республики Казахстан, Федерации, регионов, согласно графику, проводится заседание штаба по заслушиванию видов спорта и хода подготовки сборных команд. На данный период заслушаны все виды спорта. Утверждены индивидуальные планы заключительного этапа подготовки кандидатов в Олимпийскую сборную, где определены целевые задачи и индикаторы спортивных результатов на Олимпийских играх. Хотел бы отметить, что среди спортсменов, завоевавших лицензии на Олимпийские игры, наибольшее количество представителей таких областей, как Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, город Алмата и Актюбинская Карагандинская области. Действует бригада квалифицированных специалистов и тренеров, обеспечивающая выполнение запланированных стадий подготовительного, соревновательного и восстановительного периода. Для оперативного решения назревших вопросов в ходе подготовки по видам спорта закреплены ответственные сотрудники из числа руководителей Федерации, Национального олимпийского комитета и агентства. В зависимости от ожидаемого результата заключены контракты с ведущими спортсменами в размере ежемесячных выплат от 700 до 6 тысяч долларов США. Для подготовки национальных сборных команд по 8 видам спорта на контрактной основе привлечены 17 ведущих иностранных специалистов, в том числе высококвалифицированные смазчики лыж и специалисты в области спортивной медицины. Особое внимание в ходе подготовительного олимпийского цикла уделяется заключительному этапу подготовки спортивного сезона 2012-2013 годов, результаты которого являются главным критерием готовности команд к Олимпийским играм. В этом плане национальные сборные команды приняли участие в 193 учебно-тренировочных сборах и 175 международных соревнованиях, этапах Кубка мира, чемпионатах мира, Азии и других рейтинговых и лицензионных стартах. В соответствии с утвержденным планом и графиком учебно-тренировочного процесса сборных команд обеспечивается медицинский контроль, текущее и углубленное обследование с использованием комплексных биохимических методов и оценки функционального состояния спортсменов. В целях обеспечения контроля за функциональной и морально-волевой подготовленностью сборных команд страны постоянно действует комплексная научная группа и экспертный совет по фармакологическому обеспечению. Для улучшения качества медико-биологического обеспечения приобретены современные медицинские оборудования и аппаратура. Итоги проделанной работы отразились на спортивных результатах по итогам международных соревнований 2013 года по зимним видам спорта. В подтверждение предолимпийского спортивного потенциала наших команд воспитанники казахстанской спортивной школы впервые в истории чемпионатов мира в трех видах завоевали 4 медали, из которых одна золотая в конькобежном спорте, одна серебряная в фигурном катании и 2 бронзовые награды в лыжных гонках.
Эти показатели в зимних видах спорта достигнуты благодаря всесторонней поддержке, в первую очередь, президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. В настоящее время олимпийская сборная команда Казахстана способна вести конкурентную борьбу в 6 видах спорта. Лыжные гонки, биатлон, фристайл, конькобежный спорт, фигурное катание и сноуборд. Наиболее перспективной командой, выполнившей задачи, поставленные на спортивный сезон, а также имеющей лучшие перспективы на успешные выступления в Сочи, является мужская команда по лыжным гонкам. Также достижение в конце зимнего сезона Дениса Кузина на чемпионате мира 2013 года ставит конькобежный спорт в один ряд претендентов на результативное выступление в Сочи. В фигурном одиночном катании у мужчин по итогам выступления Дениса Тена на чемпионате мира у нас также есть надежда на результат. Хорошие шансы на успешное выступление имеют мужская и женские команды по фристайлу. Несмотря на достижения в Ванкувере и положительные тенденции, биатлонистам не удалось продолжить и закрепиться на ведущих позициях по итогам мировых первенств. Тем не менее, биатлонистами завоевано 10 лицензий. В Ванкувере у нас было 9 лицензий. И мы рассчитываем на их достойное выступление в Сочи. Нами поставлены задачи по улучшению результатов перед сборными командами по сноуборду и шорт-треку. В этих видах есть отдельные спортсмены, которые могут войти в десятку лучших спортсменов на Олимпийских играх. В горнолыжном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, санном спорте наблюдается отставание от ведущих спортсменов мира. Сегодня перед спортсменами этих видов спорта поставлена задача завоевать лицензии и показать свои лучшие результаты. На сегодняшний день 33 спортсмена по 7 видам спорта завоевали право участия на Олимпийских играх, но до Олимпиады им необходимо участие во всех этапах Кубка мира для подтверждения завоеванных лицензий. В целом, до окончания лицензионного периода планируем завоевать более 40 лицензий по 10 видам спорта. В Ванкувере было 37 лицензий по 8 видам спорта. Формирование олимпийской сборной страны будет продолжаться до января следующего года с учетом уровня физической готовности атлетов, их психологической устойчивости, а также результатов заключительного отборочного этапа и антидопингового контроля. Анализ предолимпийских стартов показывает усиление конкурентности в олимпийских дисциплинах. В связи с этим предстоит очень острая борьба на призовые места Олимпийских игр. Перед национальной сборной по зимним видам спорта поставлена задача по улучшению спортивных показателей Олимпийских игр в Ванкувере. Планируемые показатели позволят бороться за 20 и 23 места в общекомандном зачете. В Ванкувере было 25 место. В национальных командах проводится плановая работа по усилению нравственно-патриотического воспитания, предусматривающая пропаганду государственных символов Республики Казахстан и знание государственного гимна страны. В данное время агентством разработан эскиз и отрабатываются вопросы качественного изготовления олимпийского спортивного обмундирования отечественными производителями для олимпийской сборной страны. Завершая свое выступление, решите внести несколько постановочных вопросов для рассмотрения и принятия решения на данном заседании. Первое. Согласно требованиям Международного олимпийского комитета, для участия страны выделяется квота на делегацию 50% от завоеванных лицензий. Однако этого количества недостаточно для обеспечения участия тренеров-сменщиков, тренеров-консультантов, массажистов, психологов и врачей, которые имеют непосредственное отношение к качественной подготовке спортсменов. На сегодняшний день агентством прорабатывается состав казахстанской делегации, в который входят спортсмены, тренеры, специалисты и штаб. Всего свыше 100 человек. Также предлагаем направить в Сочи для поддержки нашей сборной около 300 болельщиков единой организованной группы с обеспечением питания, проживания и спортивной формы. Второе – это функционирование пресс-центра на территории Олимпийской деревни, где также будут проводиться мероприятия по пропаганде Экспо 2017 в городе Астана,
достижения страны за годы независимости и чествования спортсменов. Наряду с этим разрешите проинформировать, что во исполнение поручений главы государства подана заявка Международный олимпийский комитет на проведение в городе Алматы 24-х зимних Олимпийских игр 2022 года. В этих целях в рамках Олимпиады в городе Сочи планируется также проведение имиджевых мероприятий по продвижению Казахстана в качестве страны, претендующей на проведение вышеуказанных Олимпийских игр. На основании вышеизложенного прошу вас, уважаемый Сергей Кнаметович, поручить фонд Самрук-Казна обеспечить финансирование для организации пресс-центра на территории Олимпийской деревни, а также выезды специалистов и болельщиков. Олимпиада на сегодняшний день – это самое масштабное событие планетарного значения, в котором участвуют страны со всех континентов мира, являющимся показателем достижений государств. В этой связи мы понимаем, что каждая победа наших спортсменов будет не только высоким спортивным достижением, но и демонстрацией устойчивого экономического роста, социального и культурного развития нашей отчизны. Агентство приложит все усилия и зависящие от нас достижения поставленной цели. Спорт еліміздің абыройы мен беделін көтеретін сала. Олимпиада ойындарында қысқы спорт түрлерінен ұлттық құрама командамыз биік жетістіктерге жету үшін бүкіл күш жігерін салады деп сенім білдіреміз. Назарларыңызға рахмет.